Медуз в городе встретить проблематично, а вот арбузы есть, тем более сейчас, в последний летний месяц. Именно о ней, об этой сочной, спелой, полезной и всеми любимой ягоде и пойдет сегодня речь. Эти ягоды созревали в Ташкенте, и, как нас заверил продавец, можно взять любой плод, и он будет сладким и сочным. Все же рекомендую узнать секреты того, как выбрать спелый, сочный, сладкий плод. Вы, когда выбираете арбуз, вы полагаетесь на мнение продавца или все же сами там что-то пытаетесь? Я стараюсь, чтобы они сделали треугольник, вытащили оттуда, так сказать, сердцевину, посмотреть, насколько он спелый. А так бывает зеленый. Правило первое. Необходимо обращать внимание на цвет арбуза. Окраска должна быть контрастной, а не матовой. Желтое пятно также является обязательным атрибутом вкусного арбуза. О спелости оно ничего не говорит, однако размер пятнышка может сказать о вкусе ягоды. Если размер пятна варьируется от 5 до 10 сантиметров, значит перед вами вполне сладкий и сочный плод. Второе правило. Определяйте спелость арбуза по звуку. Слышно же на звук будет, когда он спелый, когда хороший арбуз. И на запах можно определить, либо можно просто ромбиком вырезать и проверить. Арбуз должен быть, наверное, суховатый, с кончиком, все. Итак, звук должен быть при хлопке, наверное, глухой, все. Все. Одни говорят звонкий, другой говорит... Ну, я вот глухой слышал. До сих пор не ошибался. Многие ошибочно полагают, что выбрать хороший арбуз можно по глухому звуку. На самом деле, при постукивании спелый арбуз должен издавать звонкий звук, что говорит о пористости мякоти, а следовательно и о спелости ягоды. Следующее правило. Отсутствие плодоножки – плохой знак. Сухой хвостик у него должен быть. И звенеть должен. Все верно. Плодоножка должна быть в меру сухая и желтая. Пересушенная говорит о том, что арбуз претерпел длительную транспортировку и хранение, что вряд ли пошло на пользу его вкусу. Арбуз без хвостика лучше не покупать. Скорее всего, его намеренно оторвали, чтобы скрыть плохое качество плода. Категорически не рекомендуется покупать арбузы с надрезом или дефектами. В этом случае риск получить пищевое отравление возрастает в несколько раз. Также не рекомендуется покупать арбуз в начале лета. В июне еще продают, откуда трудно сказать, привозят их. Мне кажется, это бывает с нитратами, не очень спелые. Думаю, что опасность присутствует всегда. Но сейчас уже все-таки август месяц, уже, наверное, можно. Готовя этот материал, нам с коллегами пришлось есть не один арбуз. И могу вас заверить, все купленные ягоды были спелыми и вкусными. Так что дружно устраивайтесь в очередь за арбузом и запасайтесь витаминами и хорошим настроением. Сегодня в Губкинском среднего веса арбуз можно купить рублей за 200, в то время как в Японии такой же по весу плод обойдется в два раза дороже. А знаете почему? Потому что там научились выращивать ягоды кубической формы. Для этого их специально помещают в стеклянные формы. В таком виде их, кстати, легче транспортировать. Лично я квадратный арбуз не пробовала, но думаю, что форма никак не отразилась на вкусе этой сочной ягоды. Что общего между снегом и арбузом? Согласитесь, и тот, и другой может хрустеть. Снег, когда на него наступает нога человека, а арбуз, когда очень спелый и раскалывается на части. Наверняка многие слышали такой характерный хруст. А еще в США, в некоторых высокогорных районах, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Многие из нас в детстве хотя бы раз, украдкой от родителей, пробовали на вкус ледяную сосульку. Что скрывать, этого лакомства у нас в регионе в изобилии. А можете себе представить, если бы вместо обычного снега на улицах города лежал бы арбузный снег. В таком случае детей без присмотра нельзя было бы оставить даже на одну минуту. Принято считать, что арбуз, или в переводе с тюркского «ослиный огурец» – растение азиатское. На самом деле его родиной является Южная Африка. В Россию арбуз был завезен купцами из Индии, как диво-лакомство. Сеять его начали в середине 17 века. В то далекое время арбуз ели только после длительного вымачивания и варки с острыми пряностями и перцем.
Сегодня в пищу используют не только сочную мякоть. В ход идет вся ягода. Что еще можно сделать с арбузом? Не знаю, наверное, налить сгущенки сверху, еще со сгущенкой, с хлебом, абсолютно с чем угодно. Можно есть арбуз, кто как любит. Можно в блендере его, то есть вырезать дырочку и блендер туда. И получается, что сок арбузный свежий сразу же можно потребить. Семечки сушат. Говорят, из корочек можно их тоже не выбрасывать, а что-то с ними сделать. Варенье можно варить. Варят варенье, маринуют, консервируют, делают цукаты. Рецептов море. Между прочим, варенье можно сварить не только из корочек, но и из мякоти. Для приготовления варенья из арбузной мякоти нам потребуется непосредственно сама мякоть арбуза, граммов 400, в два раза больше сахара песка, это граммов где-то 800, цедра одного лимона и стакан воды. Итак, приступим. Заранее порезанную и очищенную от косточек мякоть арбуза отправляем в кастрюлю. Заливаем мякоть стаканом воды и варим до размягчения. Хотя я не понимаю, что должно размякнуть. Вроде мякоть арбуза, она сама по себе мягкая. Ну, посмотрим, что получится. Честно говоря, я сама первый раз вижу этот рецепт и первый раз варю варенье из мякоти арбуза. Пока варится мякоть, приготовим сироп. Для этого смешаем стакан воды и половину нормы сахара, необходимой 400 граммов. Ну вот, наш арбуз уже стал мягким. Необходимо сейчас процедить его, слить воду и добавить туда сироп, оставшийся сахар и цедру лимона. Варим варенье до тех пор, пока оно не станет густым. Ну и, конечно, не забываем помешивать. Наше варенье из арбузной мякоти уже загустело. А это верный признак того, что оно готово. Накладываем его в вазочку и будем пробовать. Денис, оставляй камеру, идем, будем снимать пробу. Идем, бери ложку. Необычный вкус. Такой карамельный какой-то вкус получается. Ну, это за счет сиропа, наверное. Что объединяет Пизанскую башню, китайского дракона, павлина и героя нашего репортажа арбуз? Думаете, ничего? Ошибаетесь. Существует техника художественной резки по овощам и фруктам. Она называется карвинг. С помощью нехитрых приспособлений, дав волю фантазии и затратив всего пару часов, можно украсить ваш стол шикарной вазой в форме павлина, наполненной фруктами. Здравствуйте! Вот и пролетели два летних месяца, но расстраиваться не стоит, ведь наступила пора арбузов. Ни для кого не секрет, что этот плод не только вкусный, но и полезный. Но мало кто догадывается, что из арбуза можно сделать прекрасное украшение для праздничного стола. И сегодня я, дорогие телезрители, предлагаю вам вместе со мной сделать вот такого замечательного павлина. Самая кропотливая, наверное, работа из всего процесса изготовления павлина из арбуза. Нам нужно сначала приделать наш шаблон, а потом его обвести.
шаблон лица нашего павлина мы прикрепили к нашему арбузу. Теперь будем делать непосредственно хвост. Ну вот, первый из важных этапов мы закончили. Теперь мы будем наш шаблон обводить. Ну вот, мы обвели наш шаблон. Теперь второй сложный, самый, наверное, сложный этап – это вырезание нашего павлина. Но для начала нужно шаблончик снять. Так, делаем надрез. Движения должны быть очень аккуратными, но в то же время уверенными, чтобы ничего лишнего не срезать. Ну вот мы и закончили вырезать нашего павлина. Далее нам необходимо сделать из павлина такую символичную чашу. То есть нужно середину с косточками, с мякотью вынуть из павлина. Пока я осуществляла эту процедуру, я придумала, как можно исправить вот наше такое неприятное положение. Видите, вот буквально полностью от туловища наше крылышко отошло. Но, слава богу, люди придумали вот такие вот зубочистки. И мы с помощью них сейчас скрепим наши крылья и туловище. Ну а сейчас давайте приступим непосредственно к украшению нашего павлина. Мы сделаем ему шикарный павлиний хвост. Ту же самую процедуру нам необходимо проделать с грейпфрутом. Сначала мы нанизываем то, что будет у нас на вершине нашей шпажки. Так как вот этот кончик у нас тупой, нанизывать на него будет неудобно. Так, начинаем. Начнем мы, наверное, с винограда черного. Итак, мы закончили делать последнюю шпажку, составляющую наш павлиний хвост. Теперь нам необходимо вставить наш арбуз. Павлиний хвост у нас практически готов. Нам осталось просто заполнить вот эти вот пики маленькими вот пластмассовыми шпажечками. Для этого мы просто нанизаем виноград. Павлиний хвост у нас готов. Теперь приступим непосредственно к заполнению нашего павлина фруктами. Мы наполнили нашего павлина фруктами, и теперь нам осталось только при помощи вот таких разноцветных шпажек сделать ему хохолок и глаз. Такое искусство, как карвинг из фрукта, существует уже более 2000 лет. Родилось это творчество на Востоке, в Китае. Далее оно перекочевало в Таиланд. Там многие люди – вегетарианцы. И дабы разнообразить свой стол, они занимались вот именно карвингом. Как по фруктам, так и по овощам. В современном мире карвинг по фруктам используется именно для украшения праздничных столов. Возможно вырезать красивые цветы из арбуза, можно даже сделать чей-то портрет. Павлин – это не самое сложное из его проявлений. Вам побольше фантазии, и пусть ваши праздничные столы всегда будут красивыми. Приехали с бахчи полосатые мечи. Угадайте загадку. Арбузы. Зеленый полосатенький, а в середине сладенький. Арбуз. Сам алый сахарный кафтан, зеленый бархат. Арбуз. Детские загадки. С ними без труда справились все взрослые. А как думаете, сможет ли один человек за один присест съесть, ну, допустим, штук 10-20 арбузов?
запросто, если это карликовые арбузы, диаметр которых не превышает 10 сантиметров. Еще одна диковинка – это желтый арбуз, результат скрещивания дикого и обычного. С виду он напоминает обычный арбуз, только вот мякоть ярко-желтого цвета. Летом круглые желтые арбузы выращивают в Испании, зимой желтые и овальные – в Таиланде. В России известны факты о том, что для вывода желтого сорта арбузов работали 10 лет. Детищу дали название «Лунный». Он отличается сладостью и экзотическим привкусом. Украинские селекционеры также вывели особый гибрид ковбуз. Он желтый, по аромату напоминает всем известный арбуз, а на вкус как тыква. Мало того, селекционеры вывели черный арбуз. В Европе такой сорт быстро стал набирать популярность благодаря великолепному вкусу и минимальному количеству семечек. Первый же выдающийся экземпляр черного арбуза на 9 килограмм особого вкусного сорта был куплен в 2008 году в Японии за $6000.